еще на тебя направим. Да я думаю, блядь, сколько там каких только нет. Чем, блядь, и скидывают, то нормально. Чем скидывают, то нормально. Как оно надо это все сделать? Ну, просто там как-то общаться. Больше пиздить надо, больше что ли, общаться. Ну, он сказал, что без раскрутки, без вложений я тебе не могу. Ну я вот обратился к раскрутчикам, но вот они говорят, сейчас вот это сделаем, следующее подписано и так далее. Вот. Все вот так не раскручивают. Ну что-то кого-то вообще не орёт. Угу. Не особо весело. Привет, привет, как дела? Наш юный друг один подписчик. А ты шлёпкой дела? Нет, зачем? Я тебе и гольфики забыла. Я вот только хотела бы вам спросить. Ой, биби. Что, на огонь пошла? Челёпки тебе. Побудь. Сланцы. Это у сланцев даже пальцы так ебать. Я думал, тот бот хоть нам сообщение накрутит. Сейчас, кстати, посмотрим, что я накрутил. 75 единоразового сообщения в чате. А, тогда какой-то? Да. Секунд. Угу. Они же там, по сути, все разные были. Ну, да. Кто писал? Разные. У меня одни и те же. Не, ну сообщения-то разные. Почти одни и те же. С чем? Я же читал, смотрел. Ну и тоже. Что это здесь происходит? А мы не скажем, смотрите внимательно. Сегодня держим в секрете. Ты на кухню смотрела? Не тает снежок еще? Да, хуй растает. Я на кухне ничего не смотрела. Так, что-то сделала, сделала. Наверное, сегодня еще хуй растает. Ну сегодня плюс один только, максимум. Но на солнце-то все равно жарче будет. Ну да. Видимо, пришла. Угу. Вчера так тепло было. Слава богу, мы вчера успели мясо пожарить. А, ну да, кстати, же ночи как начало хмуриться. Холодно. Вечером, да. Холодно, мы как раз шли, ветер холодный, прям подул, прям сумасшедший. Я уже замерз, горло замерз, вспомнил. Я всегда с собой беру видеокамеру.
Тебе? Че? Нихуя себе, ты че? Твоим, блядь, маникюром сраным. Я тебе говорю, давай давно его сделаем, нормально. Если там полпальца нету. Давай под спугу, слышишь, пройти. Ты посмотри, как его так вот. Пальчик ему шалал. Ебать, я хочу эту фотографию себе на застав. Ты говоришь, ты сегодня двухлетняя моя племянница. Я сперва потанцевал еще. Неровно там лежит. Я прорезован. Ну, наверное, поправить, да? Нет? Да, вроде не надо ничего поправлять, это нормально все. Все. Два стакана и карты. Ну, она еще пила свечки вообще-то не так. А, свечки. Точно. Это у меня на бок, по-моему, висишь. Висишь с ним. Ноги. 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 Ботинки обутые. Стою на асфальте, лыжи обутые. То ли лыжи не едут, то ли я ебанутый. Ну, блядь, чё? Ну, так ты так вот от меня повело. Нет, потому что неровно ты меня висишь. Ну, хуй с ним поехал уже. Ну, доедем. Доедем. Жопу уже порвали там, ляжку. Да? Угу. Потому что крест-накрест не так, походу, был. Сраный ковер, блядь. Ну, ковер, блядь, ты поедешь, ты поедешь. Печка. Что-то. Я тебе говорила, давай перестегнемся, перепоправимся. Может.
Привет, ребят, пока не видим, что кого сейчас сядем. Одну секундочку осаживаемся. А так. Затроил, короче. Денечку, может, борчик. Пока не буду сидеть. Мам, зайди в Телеграм. Сейчас, что там надо? Заебись, эта машинка сломалась, не включается вообще зарядку. Пробовали ставить, не включается. Зашибись. Ну как она сама остановилась? Ходи ее буквально. Где я сказал на сайте? Чеки есть? Я не помню, там гарантия. Чеки есть? Давай подтянемся. Одно, то второе. Машинка сломалась. Блин. Радно бы русские, если бы сделали машину. Было бы и весело, как самолет. И работал до пенсии. Ну а что, бритвы вон такие русские. С лагеревки. Тысячи человек делают татушки. Ни у кого еще не сломалось с поколения в поколение. Заткновенные бритвы. Русские электрические. Сижу? Ну. Чего? Подрасслабился? А, да. Прикинь, некуда было садиться. Чего? Все, вот сейчас нормально. Нет, я ногам тихо говорю, успокаиваю их. Все, успокоился. Все, тихо прошел. Кишки проваливаются. Дожить, да? Помирить, да. Аромат. Шикарный. Аромат Шанель номер 7. Где документы, помнишь? Ну, агрегат. Да, это не нужно, я помню. Как это? Что нет, определенной коробочки, куда все хуйню складывают? У меня даже есть. Сейчас купил коробочку, складываю. Потом мне сказать, как все хотят. Угу. Но все равно найти ничего не может. Почему нет?
Ну что? Чуть-чуть, если можно. Направо как-то пиздец. Сижу, но не так. Не то как-то. Главное, отсиделся, а седло не могу никак уместить. Идет, он. Так. Пойдет, отлично. Может, просто, пожалуйста, сделай ногу туда. Коленку левую. На раз-два. Потому что вчера третий день мы мажем еще это. Спину. Мало сосуды. Еще раз. Ну, в принципе, да. Как дома. Вот можно. Зачем мне где-то проходит? И не гоняет. Че? И не гоняю на бешеной коляске. Ну, зря даже, да. Ну, будет тебе некрасиво, Микки. Вот так вот. Ухо Микки Маус лучше, Микки. Быстренько они находят. Как уйти на свет? О, если здесь нет, значит там на связи. Молодцы. Мам. Можно было стать не мам. Зайди в телегу. Угу. Вот, мы с ними. Да. Ну, каких-нибудь. С лунтиком. Других. Ботинки, может, надо сюда сделать как-то какой-то калич сегодня. Конкретно. Ноги еще бухают, что ли? Куда это не надо? Давай туда тут тоже привяжем. Чуть-чуть. Чтобы не было того. Надо в ремонт отнести. Куда, интересно? Куда? Что, блядь, не случилось еще? Ты можешь по гарантии заменить? Да тут гарантии, наверное, всего 3 месяца уже не прошли давно. Обследовать. Накрытие. Обрезать. Чего? Mm-hmm. Ну, конечно, как давать пьяно, чтобы кому-то не уходило. Да. Mm-hmm. Я думаю, так нормально. То привязан, то привязан. Ну, видишь, уходит внутрь, но я еще ухожу. А, по сути, не постелили, но там эта шубка лежит. Не все так плохо. Тоже нормально. На жопе доску сижу. И можно на шубе даже еще и лучше, чем на всяких лет. Семейка. Ну, да, 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 правильно. Ну, и как раз на эту херню поправился, ремешок попал. Вообще, блин, даже понятия не имею, куда и чё. Да, чё уж это? Я не ждал от там, да? Тебе накрыть? Ну, выкупи. Тихо, тихо. Я уже видел, как хотел.
17 минут, два зрителя. Да, один наш, он торчат. Чё? Ну, там где-то это. Хуй. Весь протереть? Да. Посмотрели? Как слышно, видно? О. Аля. О, даже прям видно. Фокус настроен. Может, просто чаще надо протирать. Вообще надо, как чётенько. Или камера меня обрадовалась. Ребят, вы на связи? Напишите каля-баля, березы тополя. Вечер, хату, часик добрый. Чефир, сладость. Закряхтел, да. А я... Ладно, ладно, все понял. Есть быть задрочкой. Ноги выбирай. Когда это закончится? Что? Белые раз. Какая? Ну не видно же, как у ласковый май. Могу ласковый май. Песню надо получить. Светки Соколова. Ходили рождения. Thank you.
Если не починим, будем покупать проводную. Мне вот это покупать. На чё, блядь? Никуда не заработаем. Угу. Погнали. Чё твой включить, наверное, тоже? Милена. Да я на тебя смотрю. Фокусируется на тебе. Походу еще надо будет попробовать. С той стороны, когда свет падает. Может, оттуда будет лучше фокус ловить. Далеко. Хоп, ушла. И уже по-другому стало. Далеко. Чё далеко? Где-то телефон. Понятия не имею. Свет? А вон он под подушкой лежит. Кстати, торчит в углу. Как колеса на коляске. Отлично. Просто отлично. Только их вспоминал. Просто болит желание. Спасибо, что выздоровать это все. Угу. Как все содрали со своими видео и всякие шляпы, это вообще просто трое. Ничего не говори. Телефон не попал. Он не попал.